Ну что ж, всем доброго времени суток, дорогие зрители. Мы наконец-таки начинаем наблюдать за CSGO Cup в городе Севастополь. Это LAN-турнир, где будет играть у нас 6 команд. И это что, разминка? Я, скорее всего... Да, это разминка. Я уже подключился. Скорее всего, ждали нас. У нас были проблемы. Мы не могли подключиться почему-то к серверам. Но сейчас, я думаю, мы уже... В принципе, готово начинать, да? Там параллельно, я напомню, то, что параллельно идет также еще один матч, где комментирует Вова. Так, сейчас, секунду, я хочу посмотреть. Да, есть сетка. Здесь играет команда, это Burn to Win против Team XP. Знать бы, где еще. Так, пошли уже замесы. Минус один сделали на банане, на Инферно. Начинает пушировать Терры. Заходить на B-Plant. Так, я еще ничего не успел посмотреть, а толком не ники. Ничего совершенно. Будут заходить на B, в меньшинстве остаются террористы. И в итоге неплохую здесь позиционку занимают. В принципе, начинают отпушивать. В смоки прострела, но пока никого невозможно убить. Вот уже попытались зайти на B-Plant, но фонтане всех начинают разваливать. Последний. Неплохо. Минусует. Одного контра. Но в итоге размен 2 в 4. Последний игрок у террористов. Так, кстати, кто за кого играет? Вот это вот интересный момент. Либо БТВ или XP хотя бы, хоть как-то бы название команды дали. И выдают ему шапку. Соответственно, первый раунд взят у контртеррористов. Там кто-то пишет. Что происходит вообще? Слишком много... Все, я понял, короче, там проблема просто с тем, что второй комментатор не может подключиться к своему матчу. Я думаю, это все решится совсем скоро. Да, давненько я, кстати, не комментировал. Пан начинает сразу закидывать, но это будет выход на апленд. Скорее всего, да, это уже дали инфо с юмпом. Есть два юмпа, кстати, я смотрю, у контров также... Не решили закупаться по-серьезному. Нет ни одной эмочки, нет хороших девайсов. Но пошла позиционочка. Но вот это все прочитали. В принципе, спецназ, то, что будет выход на А. Поэтому перетянули туда 4 игрока. Одного оставили. Так, там прострелы. Одного оставили на бипланте. И уже 74 хп остается у Насти. Или Настя. Как-то так, вкратце. Прострелы есть. Там Харриван. Да, никнеймы, конечно, очень лютые. Главное не перепутать с клан-тегами, как я понимаю, они здесь есть. Супер ники, конечно. Хоу, дядя Сэм, Нел, Настя, Охо, Харрива, Джейди, Скадик, UW, Феликс. Пытается с ТЗшкой хоть что-то куда-то попасть. Не сильно это получается. И, скорее всего, сейчас будут выходить. Надо делать выход на плент, потому что уже остается 30 секунд. Пошла перестрелка. 1-1 размен. Трутся возле этой каталажки два террориста, но пропустить их не могут. Да, потому что тут засели очень плотно контры. Ну и в итоге... Да, пытаются отойти отсюда QW, но не получается. Остаются два терра. Они сразу же делают быструю перетяжку на B-плент. Ну, это все осознаю спокойно. А почему не плентит? Лол, что ты делал? Не успей заплентить уже. Ну да, есть такое. Получает в голову, остается 5 хп, но хоть Узита спас себе. И, по-моему, это была какая-то капитальная ошибка. Единственное, что я попрошу, это, наверное, дать мне инфу по командам. Кто за кого играет, наверное. Ладно, я понял. Не сейчас, не в данный момент. Пытаются обхватить сразу же банан. Террористы пока что затишье. Думаю, это опять же эко-раунд, уже третий за терми, но тут вроде как выбор падает на Б. Но еще не точно. Пока что простреливают мидл, пытаются... Спид 250 там что-то сделать. Но вот, похоже, выход сейчас будет. Пошли слепы, прошили.
Вдвоем будут защищать Бипленд. Прострел с Маки, но там никого нету. Пытаются воевать, еще стяжка от одного спецназовца на Би. Мы в итоге не решились туда идти. А тут уже их поджидает, кстати, на миду. Один враг, есть одна шапка, но дальше он не смог. Не дожал чуть-чуть, остается там 3 хп у JD. А также и у Хо 8 хп, но я думаю, здесь мало шансов будет на победу в этом раунде. Два красных. Вот еще и Харьва получает в голову. Да, начинается просто разбор на бипланту, и ластового забирают также. А это еще даже не full девайсы, то есть есть М-ка, где АВП. Вот они пошли уже М-очки. Пора бы к четвертому раунду закупаться контрам нормально. И у теров, у террористов, ну, по кэшу, я смотрю, не сильно получилось. Цена снаряжения 10 тысяч на 24. Немножко есть небольшая разница, мне кажется, здесь. Фу, господи, да. Сразу же теперь втроем решили контры пойти и держать бипленд. Вдвоем остаются мидл, смотрит, есть АВП. Люблю авапера, кстати, на Инферно. Прострелы эти на миду я вообще обожаю. Похоже, будут заходить через дом. На балконе никого нет, поэтому как бы и вижна, соответственно, нету. Видел ли здесь, только Настя могла дать вижен, идет ли кто-то на апленд. А тут потихонечку, кстати, уже занял вот такую вот очень хитрую позицию. Вдается голова. 1-1 размен. Сейчас будет Сюпа пытаться дальше косить дядя Сэму, но он не дожимает, к сожалению. Последний игрок на апленту от контртеррористов. И вот-вот-вот-вот-вот чекает то, что сейчас Дигла нужно добивать. Не получается. Остается в меньшинстве у нас террористы. Ну и раскатали как детей в итоге. Просто великолепная игра. Как будто играли всю жизнь контртеррористы в эту игру. И вот прямо сейчас они пришли команды и собираются брать топ-1. Да, неплохо. Слушайте, мне нравится. Пока что 4-0 у террористов. Вообще шансов как-то не очень сильно. Галил покупается от JD зачем-то. 3 АК и УЗИ. Соответственно, у спецназовцев есть 2 АК, 2 ЕМки и АВП. Неплохой такой настрой, кстати. АВП. Настя опять никого не прошивает. Там на банан никто не пошел. Об этом догадывается КТ. Да, сейчас опять же вот этот парень Крджей, как я понимаю. Надеюсь, я правильно читаю его ник. Не в обиду будет этому игроку. Заходит в спину Крджей. Нет, не буду читать его ник. Парень с... А на аватарке. Псих, нужно бежать сейчас. Ой-ой-ой, как же промахивается. Не попадает. Делает минус один у нас Гриджей. Тот самый. В итоге прострел. Выход на мид. В центр. Дядя Сэм опять же на той же позиции. Дядя Сэм будет ли пропускать террористов? Но вот он пошел. Раш, пуш. Закидали с маками проход, чтобы Сэм не смог. Это ВП изи. Настя просто встала с приседи. Но это, скорее всего, парень играет. Илья и Настя. И втроем уже остается. Опять же втроем остаются террористы. Возможно, стоит АВП дождаться все-таки. Если вообще, кстати, авапер у террористов. Так необычно их называть. Террористы, спецназовцы. Всегда вроде как команды были. Да. Это было круто, кстати, когда настраивают вместо спецназа террористов клан-теги команд. Еще и флаги вообще. Вот эта тема. Так, вдвоем остается 20 секунд до конца 5-го раунда. Балкон смотрит, мне показалось, что кто-то есть, это всего лишь вентилятор. Так, вот он. Тот самый. Уже у нас делает минус 2. Убийство. Но и будет сейвить последний игрок, JD. Не решит сойти, плюс у него еще и Галил. Я бы на его месте просто забрал бы какой-нибудь АК. АВП, по-моему, у них не было из девайсов. Но АК лучше бы подсейвил. Почему-то. Вообще сейчас можно сделать так, уже как 5-й раунд подряд КТ берут. И пока что без шансов для террористов. Это, конечно, очень плохо. А у нас, насколько я знаю, Best of 1 серия. По-моему. Да, Best of 1, потому что 6 команд. Вот. Галил есть у JD. Да, и все.
Больше не стали ничего покупать. P90 я хотел вот еще прийти. Со смоком зажигают одного. Дальше Джей просто валит всех на повал. Ему пофиг. И как же Харева сейчас выдал потрясающую голову. Хедшот с дигла. А, ваку... еще одну голову дает. Да что ж ты делаешь-то? Это просто какой-то рандом. Как он это делает? А, неплохо. Харева начинает прошивать своих. Поскольку, да... Бомба остается, вот, кстати, подвижном Хоу. Попытаются, наверное, ее забрать. Но 2 на 3, в принципе, на 6-м раунде. Есть на руках Галил из девайсов. И просто дигл от Харева. Подобрали бомбу, нужно идти плент, потому что по кэшу не густо. Наконец-таки вот Нелл мстит за всех своих товарищей, которых убил Харева. В итоге... Кстати, вот это вот его ник может считаться как Ох Зера или Охо. Ну, конечно, у каждого свои задумки с ником. Но туда смотрит совершенно Охо, и Нел делает очередной минус. И это два... Нет, один килл, да. За... А, нет, Нел там, по-моему, убил. Да, я просто отвлекся чуть-чуть. Мне... Ага, значит, играют они... Понял. Ладно, поехали, да. Дальше продолжаем наблюдать за стриком побед от КТ. Есть уже 6 раундов подряд выигранных. Почему-то трутся на меду. У нас террористы, какая-то позиционочка вероятно, пока с ними простреляют дом, окна, балконы. Может, кого-то да и прошьют. Одного человека оставляют на бипланте. В итоге... АВП есть, что по девайсам, есть 4 АК, и GD продолжает играть с Галилом. Это не мета, что ли? Я на самом-то деле просто не понимаю. Тут, кстати, неплохо заняли. Будет сложно пробраться Терром здесь. Один снизу засел, другой на крыше сидит. Великолепно исполнение. Дядя Сэм НЛ. Но будут пушить А, поэтому... Ну, в меньшинстве 4 на 5 будут драться. Вот, да, прочел здесь уже Джей, то, что нужно выходить на апленд. Будет перестрелка. Сейчас дядя Сэм будет разваливать Лиса. Ну, как это получается? Это не очень круто. И уже минус 2 делает Терра. Слушайте, неужто что-то получится сильное? Хоу пошел в развал! Просто 2 хедшота выдает! Но Феликс его останавливает. И заходят они на... А, плент. Пошла ХАЕ. 2 в 2. Нужно плентить. Красные у нас Терры. По крайней мере, QW так точно. Феликс считает, что кто-то есть. Делает минус QW. Последний от КТ. А это, кстати, один из сильных игроков. Он топ-1 занимает по табуляции. А, пошла. Коктейль Болотова. Да. Погорел, но еще один минус не получается. Просто QW делает 3 килла. Да, слушайте, неплохо, по-моему. Я все не туда смотрю, я все не могу никак отвыкнуть от доты. Да, я смотрю, посмотрел сейчас на КТ зачем-то. Но QW сейчас порешал очень многое. Он, кстати, вот он, 5 киллов у него по табуляции. И первый раунд для террористов, с чем мы их, собственно, и поздравляем, потому что для них это очень большая удача. Наконец-таки у них и по бабкам выходит уже неплохо. Харева начинает... Как начинает, скажем так, не пушить. Так, Телемолотов залетает от КТ, читает. Сейчас пошла перестрелка, кто-то... А, Джей спрейт у нас. Просто прострелы. М-ка, Хоу занимает, в принципе, неплохие позиции. Вдвоем они должны просто гасить всю ватагу, но не получается. GG сбрили, но и также 2 в 1 в итоге разменялись. Харева делает минус 2. Выходит на мидл. Дядя Сэм сейчас будет прострелять через смоук. Проход на Б. Но спокойно там, кстати, у нас Феликс. Очень красный. Но тут нужно решаться, кстати, будут ли они выходить куда-то и пытаться отвоевывать Бипленд. Хотя там очень плотно засели террористы. Феликс. Вот сейчас, да, разрешается у нас дядя Сэм. Нел выходит, делает 2 минуса. Дядя Сэм и Нел остаются в меньшинстве уже террористы. Охо, минусует, остается последний Феликс, но это легчайшее просто отвоевание бипланта без особой борьбы какой-то.
Нелла там немножко прохарасили. Дядя сам вышел, дал минус. Нелл вообще троих погубил у террористов. Ну, Настя так чисто. Постреляла с АВП. Пострелял с АВП, кстати. Капитан. Ран-капитан. Как я понимаю, Илья любит Настю. Илья, просто будем называть его Илья, вот и все. Я думаю, так правильно. А то он там сидит, наверное, проклинает меня. Ну и вот опять же потеряны террористы. После вроде как взяли один раунд. Кстати, да, взяли один раунд и очень удачно. Не с... Но с большим потом, да, очень сильно потели. В итоге один раунд проиграли. И все, опять же, уходит Века. Три дигла, ЦЗшка и два пистолета. Никогда не понимал, зачем играют, берут два пистолета. Они вроде как не юзабельны, но тут занимает Илья очень выгодную позицию. Он понимает, что там идет прострел, сейчас выходит на тело. Не ловит, к сожалению, тайминги и никого не прошивает. Ни с АВП, ни попадает совершенно. Перетяжка идет у террористов на апленд. Харева. С магами закидали все проходы. Пытаются выйти. Но тут, кстати, нужно... Все можно сделать очень быстро, захватить, выбежать пятером на А и отвоевать его. Ну, тут, в принципе, Джей занимает неплохую позицию. Там с ВП кого-то... А, там Феликса неплохо прошили, у него дигл. Ну, тут нужно выпрыгивать, они пока дождутся. Вот, и все, Феликса поубивали, поубивали там, ну, всех. А ВП пошло в ход от Ильи. В итоге Джей. Джей будет минусовать. Вдает шапку! Как он это делает вообще? Что происходит? Как они это делают? Три килла от Джея, он просто головы раздает. Куда вы пришли, ребят? Вам надо на интернешнл. Зачем вы здесь? Я просто... Как они это сделали? 30 тысяч ценное снаряжение. Ну, они все, все, пошли, пошли просто. 8-1. Единственный шанс... Я даже не знаю, какой единственный шанс здесь есть у террористов. Возможно, перейти за контров и там побороться на стороне дефа. Ну, я даже не знаю... Получится ли это вообще сделать. А там, кстати, Харева делает голову Неллу. Здесь... АВП, господи, что вообще здесь происходит? Откуда вы, господа? Какие головы вы даете? Это просто что? No zoom выдает голову. Что вообще? Он... Как? Илья, ты бог. Как здесь играть вообще? Что происходит? Как террористы собираются выиграть против такого авапера? Ну, непонятно. Там дядя Сэп спрейт. Хоу, минус. Харева делает очередной минус. Нужно понаблюдать. Уже, кстати, две головы выдает. Тут Илья. Непобедимый Илья. QW мстит. Ну, да, Илью, кстати, к сожалению, убивают. К счастью для террористов. К сожалению, для контртеррористов. И у Хоу сейчас будет решать этот раунд. Три килла для... от Ильи залетело. Джей пока что не в духе в этом раунде. Дядя Сэм сделал один килл. И ухо. Выход на бипленд. 40 секунд. У него есть пока что еще время поминжеваться, посомневаться. Но походу, да, должны догадаться КТ, то что он сдвинулся на Б. Но уже слишком поздно. Джей. Он, конечно, приходит сюда. Но вдвоем тут больше, понятное дело, шансов. Ухо у нас занимает третью позицию по допуляции у террористов. Так, ухо. Вдвоем решили почему-то здесь заходить, чекать все подряд. Пошел дефьюз. А дефьюзит у нас... Ну, это дядя Сэм успеет задефьюзить. Да, слишком поздно. Но... Джей, кстати, мог подсовить своего игрока. Своего союзника. Но что-то слишком поздно. 9-1. Это уже... Сейчас у нас стартует 11-й раунд. Экобай. Все-таки Харева решил взять АК. Вот он, кстати, неплохо сделал в прошлом раунде, по крайней мере. Две головы выдал. Пошел пуш банана. Сейчас будет перестрелка. Что? ХАЕшками закидали. Просто всю ватагу террористов положили. Остается последний у нас Харева. Как? Просто ХАЕ. Контри творят какую-то магию сегодня на Инферно. Харева. У нас тянулись сюда. Дядя Сэм подошел на БНЛ. Если что. Но я там контролирую ситуацию Илья. А я думаю, Илья проконтролирует всю эту ситуацию. И Харева
Тут у нас коктейль Молотова. Ну вот и все. Зашел в спину, в АВП. Илья бог АВП, вот и изи. В принципе, получается, что у нас изи-катка. Да. Развал полнейший. Террористам нечем ответить совершенно контрам. Возможно, что-то да и получится, если свапнуться у нас местами. Ну, я даже не знаю, возможно, и там ничего не получится. Опять Илья, ну даже если возьмут Терра два раунда, Илья опять же возьмет АВП. Изи Джей теперь перешел на АВП. Великолепно, по-моему, да? Илья уже контролирует лестницу. Выйдет, там кто-то получит АВП в голову через стену! Ну, как? Здесь выигрывать террористам? Непонятно. Да они, в принципе, сами сейчас задумываются. Феликс. Добивает Нел, проспрейл, неплохо дожал все-таки его. Там немножко подгорел, 10 КП потерял. Контролирует дядя сам проход. Но в итоге дожимает с 8 хп остается дядя Сэм. Вдвоем здесь. QW, хоп, попытаются как-то намутить какой-то движухи на Апланте, но это вряд ли. Хотя QW сейчас, да, выходит просто спокойно. Дядя Сэм выдает голову. И в итоге ухо. Какие там шансы, даже не знаю. Скорее всего, шансов да и нету. Оно хотя бы забрать как минимум пару игроков. Куда? Что ты делаешь? Зачем ты поворачиваешься спиной? Попытался убежать, или я не дал такой возможности этому игроку. Смотрим по табуляции у террористов. QW 7 киллов. Ну вот JD, но видно по этому игроку то, что не сильный он. Ну вовсе. Не получается у него сильно играть, как-то особенно вот этот его любимый фирменный Галил. Голова! 5! Илья, почему я не видел? Но уже минус один. Харева, кстати, один из сильнейших игроков у террористов. Его минусы в начале раунда. Тем самым 4 на 5. Ну там немножко прохарасил, конечно, Илью, но... Там, в принципе, 25 хп не сильно помогут. Так, JD, голова! Как я сейчас забираю все свои слова назад про этого игрока? Слепо великолепная была. Нет, все-таки надо еще подумать. Слепо выходит. Вот сейчас мог бы дядя Сэм там неплохо так поднабить лица террористам. Ухо, пытается подобрать АВП, да? Что происходит? Сейчас прошел прострел Хоу. Минус две головы. Ну и вот он Хоу, который два часа пытался поднять АВП. Но приносит свои плоды, убивает Нелла. Но тут, в принципе, 3 в 1. Еще и 12 HP. У Хоу, но будут дожимать АВП. Промахивается. А еще один выстрел. Господи, как так-то, Джей? У нас здесь есть дядя Сэм с эмочкой. Но дядя Сэм ошибки не допускает. 12-1, 14 раунд. Террористы уже, наверное, ждут поскорее бы смениться, потому что ну, как-то слишком сухую идет на данный момент игра. 16 киллов у Джея, между прочим. И самый низший по киллам это Илья, тот самый АВП. Опять ХЕ закидывают, пытаются на те же грабли. И, кстати, Харева неплохо так продамал. Ну, 76 хп. Да, как я говорил в прошлый раз, 25 хп много не порешают. Но, по-моему, он без брони, если не ошибаюсь. На биплане... Где у нас сейчас будет заруба? Как я понимаю. Да, Джей будет дефть один биплент. Там перестрелка, возможно. Илья берется за эмку. Ай-яй, там выход, выход, выход от террориста. В спину должен заходить или нет, не собирается пока никуда выходить. Джей контролирует ситуацию на би-планте. Стремаются идти на банан, через банан на би. А сейчас уже пошла там тяжко, потихонечку. Да, пропускает Нел пару парней. Джей не догадывается то, что здесь есть контр, но это фатальная ошибка. Не получается
убить у Джесса. Опять же, не последний игрок, но им сносит хедшот. Ну и очередной раунд в копилку КТ. Да, последний раунд, и вот мы уже сыграли, соответственно, 15 раундов. Понаблюдали за вот этим, вот эту профессиональной игрой террористов. Возможно... даже не знаю, что возможно. Сейчас за контров им попрет, но я не знаю, как нужно камбэкать на самом-то деле. Да, Инферно не самая такая уж хорошая карта, на которой бы все умели играть на самом-то деле. Поэтому Нел там минусует одного, делает шапку Джейди, Феликс мстит. Выходит, в принципе, Феликс, но тут Дигла все-таки положил Харева, молодец. Остается 3 в 3. Но тут фулл хп. Все контры. Ухо, сейчас вылезет с этой канализации. Ну тут Джей как будто читает всю эту игру, как открытую книгу. Ну и, в принципе, вот уже вдвоем остаются. Джей также дает еще минус Харева. Ну и нужно добивать UW. Да. Пару пулей в грудину. Ну и UW не выдерживает столько дэмэджа. Вот и все. 14-1. Открываем тобуляцию. 20 киллов есть у Джея. НЛ 16. Ну и вот они поменялись. А Харева ливнул у нас игры почему-то. Паузы просят. Феликс также ливнул. И вся вообще команда контров почему-то ливнула, кстати. Но пока да. Пока что вот как-то так. Харева GG. Ждем. Там вроде как релогнулся. Да, Феликс присоединился к спецназу. Ну, я думаю, 15-1. Я думаю, то, что админ сервера нам перезапустит. Потому что... Ну, в принципе, да, все все, тут продолжаем, да, как я понимаю. Да, пистолетка. Первый раунд, ну и, в принципе, решающий. 15-1. Там выход на банан. Сейчас могут порешать. Неплохие такие головы слетают у зеров. Да, Галил. Муха. Ну и вдвоем остаются террористы. Да, как я и думал, в принципе. Дядя Сэм с УЗИ. Пошел сносить голову Илья, но не получается второго дожать Феликса. А тут АК вообще-то у Сэма. А вот с АК будет потяжелее. Но если Харек, в принципе, то сможешь зажать с ЦЗшки. Мне кажется, то, что не слышно вообще музыки. Сделаю, пожалуй, так, да. Но и ждет 50 секунд до конца раунда. Но от него зависит, победят ли они на Инферно или нет. С его коллективом пройдут дальше. Но контры вообще мимо. Куда-то они уходят на апленд. Ну а зачем? Ну а вот теперь давайте. С диглом. Ну много зависит от Сэма. 55 хп, был бы он еще флоу, было бы замечательно. Броня фловая. Я верю, в принципе, в него. Ну, все, дали инфу, дали вижен, там дигл, СЗшки начинают обстреливать, да. Дожали все-таки дядю Сэма вдвоем. Забирается АК. Ну и Терри. Успеет задефьюзить или нет? Да, успел все-таки. Вот это было бы опасно сейчас, если бы он все-таки не успел раздефьюзить бомбу. 15-2. Ну вот хотя бы второй раунд, хотя бы не настолько в сухую. Хотя бы не в 15-0, да? Ладно, 15-2. Что у нас? 5 диглов залетает от теров. Фомаса, ВП, Юмп, АК и МК. Быстрый. О, закинули гранатами. Да, я просто немножко еще слежу за мини-картой.
QW закидывает на крышу вебан. На прострел можно было проспреить. Но вот сейчас Нел с дигла. Слушайте, диглы очень сильно решают. Особенно против контров. Против этого коллектива. JT с фамасом. Но как так-то? Эко, байт, эры, диглы. Ну вот Харева хотя бы реализует свое АВП. Последний игрок, кстати, у команды контртеррористов. Ну и походу пропахивает победой. Да, команды террористов. Вот так вот заканчивается первый раунд. В принципе, 2 на 16. QW у нас 9 киллов, Харева 10. Ну и Джей у нас убийца в этом... в этой катке. 22 килла у него. 16 идет Илья. Перегнала был на последнем месте, кстати. Так, ну что ж, никто никуда не расходится. Мы вернемся вернемся к этому матчу совсем скоро. И всем до скорых встреч. Да. Я напоминаю то, что параллельно идет еще один матч. Вот, поэтому увидимся с вами совсем скоро.